Золотая медаль, часы и благодарственное письмо родителям сегодня лучших самарских выпускников чествовали на самой титулованной сцене города. Для них это, пожалуй, наиболее важный день, когда 11-летняя учебная работа получила признание на высоком уровне. Награду вручил губернатор Николай Меркушкин. Григорий Душкин, дневной пенсион 84. 100 баллов на ЕГЭ по физике для него не первая победа, хотя одна из главных. Физикой увлекается с детства и после школы собирается идти учиться по техническому профилю. Правда, какой именно университет выбрал, пока не говорит. Плохая примета. А физика — это всерьез и надолго. С детства мне это было, в общем-то, интересно. В школу шел, ждал с нетерпением, когда начнется изучение этого предмета. Книжки читал. Физики, лирики, химики и филологи. Медаль открывает перед ними все пути. Золото высшей пробы, их знания, которые они получили в школе. И точно им найдется точка приложения в Самарской области. Учебное заведение города – лидеры в рейтинговых списках России. Впереди только столицы, а опыт приезжают изучать даже ученые из Москвы и Петербурга. Мы очень хотим, чтобы все молодые люди остались у нас в Самарской области. Мы вам гарантируем, что знания, навыки необходимые для работы, жизни, для работы в научной области, исследовательской деятельности. А мы в запасной столице сделаем не хуже, чем в любой другой столице. В этом году губерния собрала небывалый золотой урожай – медали 1924. Это по всем городам и селам. Больше всего отличников в Самаре, и для каждого из них важно запомнить тот трепет и волнение, которое они испытывают сегодня, чтобы с таким же ощущением успеха идти по жизни. Это восторг, такие прям необычные эмоции, такое счастье. И сложно было, мне кажется, даже сложнее было не ЕГЭ писать, а вот идти к золотой медали школьной. Там же все-таки все предметы сдавать. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».